Вы же не думали, что я с вами шутки шутил, когда говорил про Каталину с аккордами в предыдущих видео? Вот оно. Причем машина у нас с вами на сегодня полный фарш. Здесь у нас 7 аккордов, причем 5 из этих аккордов прикреплены к ОМАМОРе. Присутствует фиолетовый радиатор с апами, между прочим. Ну и, естественно, все это собрано на базе Каталина. Так, чисто поржать, я решил выйти сразу на максимальный ОМ, максимально доступный в рамках разумного. Ну, про разумное трудно говорить, конечно, когда ты выкатываешь такой сетап. Но, тем не менее, попробуем. У нас получается так, что здесь оружие, которое в общей сумме стоит буквально там 5 монет, 5-6, на крафте за несколько тысяч. Это будет что-то с чем-то. Поехали. Стартуем. О, какой богатый урон. Ёптыр-тыр. Иванович, ракеты у меня летят. Ну, ракеты это ладно. Так, так, так. Слушай, а шутки шутками про урон. Ну, блин, посмотри, неплохо. Надо было только больше двигаться. На самом деле, я бы тогда медленнее перегревался. Но уже как получилось такая... Да, отвали, Эльтон. Ёперный балет. Так, погоди, погоди, в сторону, в сторону. Окей, ладно, приемлемо. Тем временем два стака. Два стака это ок. Давай по бырьку забираем Даниэла. Тем временем 4 стака. 4. Отлично, первый фраг. Я вот сейчас вот так вот вальяжно в темпе вальса, короче, возьму и нафигачу МВП. Первый же бой разогревочный. Вот это будет номер. Ну ладно, не МВП, судя по всему, упорный в этой катке-то. Я отбил ему оружие, это был Бастион. Готово. Так, 400 урона, кстати, настакали. Ой, Ханна, 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 Ханна. Ханна, ты был блаханна, блин. Так, ладно, скиллотряс это ок. Ханна сейчас опаснее, на самом деле, чем тут. Так, отлично, отлично. Хан меня еще закрыла, так спасибо тебе. Да ёптер ты, сколько у вас тут? Тихо, тихо, тихо. Ладно, поймал на правый борт, это норм. Ать! Тихо, тихо, вот сюда сейчас зайдем. Окей. Окей, окей, окей. Да блин, Ханна! Так, 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 фу! Охренеть, я держусь, ты прикинь, с этими аккордышами. Ханна, да иди ты в сраху, ты... Мерзопакостная ты мерзость. Поражение и упорный. 1053 очка. Я просто охренею. Поехали. Ханна, сука ты двоичная, блин. Взяла два косаря, фигачила, в топ вылезла. Ой, я балдею с этих ботов. Ладно, поехали дальше. Второй бой. Та же карта. Тот же респ. Надеюсь, союзники не те же, которые просто посыпятся и оставят аккорд последним. Превозмогать, еще и выведут его в топ. Белые пулики, просто белые пулики. Ой, ну ладно. Так. Так, так, так. Смотри, там 5 скиллотряс. Не опять основа, да, как говорится. Ай, ладно, давай переворачивай его сам. О-о-о-о. О, сзади уже вылезли. Поехали. Да, что-то в этом бою ни хрена чувствую толком. Не настакать успею, не реализовать это потом. Дробово тут еще выехал. Аратроны причем. Не успел ему отбить ни один аратрон, на самом деле, ускакал он. Блин, плохо. Враги все мобильные. Явно берут инициативу в свои руки, а у нас союзы просто катаются и мешаются друг другу, и все. В одной просто куче. Знаешь, как стадо испуганных животных сжимается, короче, там возле водопоя, пока одну зебру какой-нибудь крокодил пережевывает или еще что-нибудь с ней сделает. Так, назад, назад, назад. О, привет. Как твои дела? Оружием его сжигаешь, да? Оп, оп, оп. Как я вовремя сейчас дал по тормозам. Кроме шуток у него. Да господи, это газонокосилка долбаная. Она только мешается, реально. Просто весь бой сделай хоть что-нибудь полезное. Кусок ты металла. Ай, как меня нехорошо-то развернуло, да? Итан, свали нахрен. Так, отлично, первый пошел. Продолжаем набирать стаки. Блин, кто-то здесь обтурелился. Чё там справа? Чё там? Кто там?
одним только пулеметом его достаю. Давай поближе подойдем. О, КПщик. Как ты красиво и эпично споткнулся, полетел. Все, с катертью. Да, да, турели мешают не только союзникам, но иногда даже еще и врагам. Представляешь, такое тоже бывает. Что у нас здесь с пулеметами? Давай-ка мы эти пулеметы... Ай, блин, опять скелотряс. Так, ладно, пулеметы убежали. Здесь что-то еще было. Давай, прыгай, 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 прыгай. Легендарные... Да ёперный ты этот. Легендарные автопушки, даже не знаю, перепуляю, не перепуляю. Но сейчас он пока мной не занимается, поэтому да, чтобы и не перепулять. 798, 800 почти настакал. Давай, спрыгивай, спрыгивай, спрыгивай. Да слезай ты, что ты там дефилируешь-то? Господи, рандомное это чудовище. Так, поехали. Блин, не помню, сколько там в смерчи хп. Ну, примерно столько, короче, сколько я из него выбил. Железная логика. Да кто там в бок еще? Тихо, тихо, тихо. Отлично, все, это подорвал. Давай сюда теперь. Развернемся. На-н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 а. Ярость пулеметов. Ай, пулемет оторвали. Но! А, блин, нет, одно оружие у него еще есть. Да, вдвоем. Смотри, а мог бы сейчас этого перепулять-то, а? Но их было двое, а меня было один. 615 очков. Слушай, не хухры-мухры, смотри, пятое место. Ну, чел тут какой-то... А, ну, какой-то дрон 3000 набрал, все нормально. Я не понял, а что там сейчас так быстро испарилось? Ладно. Что-то там было. Ключевое слово было. Давай-ка подберемся поближе. Оп, крадемся. Так, и там, ладно, нахрен это, но давай вот это жарить. О, автопушки, погоди, нельзя. Автопушка на такой дистанции существенное преимущество имеет, конечно. Автопушка, дай я поближе к тебе подойду. Он остался на месте, смотри, какой бессмертный. Сейчас мы его лишим автопушек. Привет. Да, у тебя не только автопушки, я понял. А ты серьезный парень, серьезный. Так, еще минус автопушка. Здесь главное арт. Чел на танке приехал. Да блин, кто там сзади-то? Тихо, давай сюда спрячемся. Отлично, хорошо. А красивый танк. Да ёптер-тер, и оттуда, и отсюда, и от везде. А мы вчетвером, как дебилы, забились в один подъезд. Молодцы, да. Так, 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 так. Отходим, отходим, отходим. Опа, отлично, все, минус цунами. Прикольный был арт у челика. Так, что здесь? Здесь у нас какой-то недоеденный огрызок, ладно, с ним разберутся. Смотри, у меня существенно так ободранный уже крафтец, но при этом все пулеметы при мне. А здесь осталась артиллерия, которая гоняет и просто больше с толку убивает. Арта на сектор кекси. Арта, ты куда? Ты меня подожди. На самом деле, лучше бы арта взяла, сейчас меня подловила на прыжке и плюхнула в днище залп. Вот это было бы эпично. Вот да, как она сейчас сделала там. Только это надо было делать сразу. Ой, ладно, ну и нафиг за этой артой гоняться. Поехали в следующий бой. Много результатов мы тут все равно не наберем, а арту, я думаю, заберут и без меня совершенно без проблем. Как мы красиво в первом же бою вылезли в топ. А дальше все пошло. А дальше все пошло согласно редкости установленного оружия, как мне кажется. Хотя на самом деле в красауте далеко не всегда. Редкость установленного оружия — это показатель чего-либо, то есть можно и с какой-либо синькой весьма успешно нагибать на высоких омах. Или можно с какой-нибудь фиолкой или легами просто пытаться пидобирить на низких омах, и тебя там будут просто ломать знающие люди об колено только в путь. Всякое бывает. Но! К чему, собственно говоря, речь-то? Речь-то к тому, как посмотри, как кавказы отлетают. Нашего Даниила с разогретой головой. Так, Даниил, Даниил, давай, 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 давай. 4 стака там пока. Мало, наконец-то вышел на плюс хоть какой-то. Оп, готово, 6 стаков. Ёп, тыр-тыр, сколько турелей. Минус турель, минус турель. Минус турель, прекрасно. В таких ситуациях, когда никакие союзники не лезут тебе в жопу под этим самым, блин, не шатают ни машину, ничего. И когда ты с врагом один на один, все, конечно, становится хорошо. Весьма, весьма хорошо. Но в замесах на таком крафте тяжко очень. Однако, уже косарь, смотри, какой был первый бой, я вот с чего начал вообще всю эту тираду, блин. И какой, по ходу дела, будет последний бой.
Тоже с аккордами, Карл. С аккордами. На 10 тысяч ома. Так, давай эту последнюю штуку добиваем. Хорошо. И 1260 уже очков. Три фрага. Это смешно, но нет. Да, 1261 очко. Третье место. Пипец. Ну, ладно, так, чисто поржать. Я возьму потом еще колесный крафт, наверное, какого-нибудь бункерного типа. Оторву... А может быть и не оторву, а мамурику. Ну, посмотрим, как пойдет. Это у нас 15-16, да? Мы тогда еще уберем вот это, поставим сюда, например, газовый генератор. И у нас получится 8376 очков мощи, но это для ховеркрафта. То есть, если мы соберем колесный крафт, то омал будет еще поменьше. Где-то в районе 8к, короче говоря. Так, чисто поржать, покатаем еще, посмотрим на результаты. Мы с вами одно время шутили на тему того, чтобы понерфить аккорды. Вот тогда их понерфили, срезали им как-то урон на 10%. Но тогда, правда, для этого была причина. На низких омах эти аккорды имбовали, там, лютовали и все. Только с аккордами в основном народ и катался. Сейчас дошутимся, еще порежут с этой Каталиной, со всеми делами. В ближайшем, ну или не совсем в ближайшем будущем, подъедет еще колесный крафт Каталина и аккорды. Ну, а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.